5 часов вечера. Смотрите, какая у нас погодка. Просто сказочная. Еду нянькой работать. Двоих детей надо накормить. Моя малая сегодня опять на маникюр. Поеду-ка я в Лидл, так куплю-ка я что-то вкусненького. Да нажарю потом им картошки. Да сама с ними покушаю. Ой, яке солнце, боже ж. Аж в глаза ничего не видно. Ну, весна на дворе. Просто весна. Да, еще пару деньков, ребята, и начну я заниматься серьезно огородом. Гля, який трафік. Ай-яй-яй. От это да. Карнавал закончился, а леточки еще. Ну что, завтра день влюбленных. Праздничный денек у нас. Созвонилась сегодня с Эрикой. Она говорит, ты когда в гости явишься? Я говорю, ну, уже разгребусь со своими делами. У вас же, говорю, наверное, там холодно. Она говорит, да, у нас холодно. У нас сейчас плюс 15, представляете, это в 5 вечера, 15 градусов. Прям теплый. Ну, у них там попрохладнее. Там уже девчата повырастали, уже 11-месячная уже под столом бегает. Я говорю, Эрика, как только вот разгребуся с делами, так сразу Андрюшка с ночной смены, я говорю, и я приехала. А давно уже пора их проведать. Рассказала ей за все документы, которые нужны для увольнения, так что, говорит, завтра позвоню и я воспользуюсь моментом. Я говорю, давно пора. Сейчас поедем в Лидл, посмотрим, что там. Ко дню Святого Валентина. Там всякие сырочки с сердечками. Я тут всю ерунду брать не буду. Хочу взять немножко красной рыбки на бутербродики. Не знаю, что. Пацаны это любят. Да, с картошечкой. Хотя в Алене еще селедка стоит из этого, из Польши. Но там такая большая банка, что ее так вот без праздника жалко открывать. Наши пацаны селедку не едят. Селедка это я с Аленой и Алена номер два. Алена номер два на курсы по языку ходит, так что она тоже как бы занята. Может, на выходные посмотрим. На выходные с пацанами заявляться. Созвониться надо. И долг. Машин, как всегда. Надеюсь, что парковка. А, сегодня паёк выдают. Видите, вот с левой стороны. Там, когда все мои приезжали, мы тут получали бесплатные пайки. Людей много, машин много. Очередь большая. Я своей Заире сказала, чтобы она пришла. Надо ей сейчас написать сообщение, потому что получается два раза в месяц, и ты не знаешь, какой вторник. Вот именно в этот вторник. Так что сейчас ей напишу сообщение. Ну, что мы? А, дядя выехать собиралась. Давай, давай. У нее просто девочка живет. С ее Марокко, которая недавно приехала, месяца три назад. Та, которая готовила вкусно и мне попадала. Так вот, ее надо оформить на бесплатное питание. Ну, впереди ж есть места. Чего вы? Я никогда не тулюсь в такие вот эти вот
развилочки. Сейчас вам покажу, где паркуюсь я. Вот так вот едешь. Ну, тут, правда, заняли, но все равно. Вот так вот раз. И без проблем. Вот это савояр. Видали, какие? Большой размер. Первый раз увидела, мне вину продают. Что это у нас тут в Лидле за автобусы? Позвонила своей Заире, сделала ей маленький видеорепортаж. Говорю, видишь, сегодня во вторник, и потом, говорю, через 2 недели. Ой, спасибо. И мы, говорит, будем получать этот пак. У кого ИЗА низкий, тут имеет право. У нее, по-моему, ИЗА 4000. Так что, знаете, вроде бы ничего такого не дают там. Паста, мука. А все равно. А все равно подмога. И людей не так много. Видите, вот справа стоят они. Так что, кому надо, Каритас, обращайтесь. Они есть по всему городу. Но дают только в одном районе города. Это не то, что там, допустим, вы тут пришли, получили, там пришли, получили. Не-не. Если вы зарегистрированы здесь, хотите перевестись на другой адрес, тогда вас здесь вычеркивают, потому что все в компьютере внесено. А на другой адрес переписывают. Смотрите, моя гора стоит в такой дымке. Ой, красота! Вау! Вот это явление природы, да? Рага, devo pelare le patate. Mi sembra giusto? O devo chiedere una mano di qualcuno? Non mi volete dire niente? Buone queste patate. È dalla Polonia, Отправила Абу короткое видео. Ну, и Терезия и Мишель. Абу говорит, лаврудовый профессионист. И ржут, блин. Вы гады такие. Картошка очень хорошая. Это польская картошка. Видите, она желтая. Она такая вкусная. Повара заказывали. Дали, какой у меня помощник. Вот как нарежет, как приготовит. Так и покушаем. А я картошку жарю. Браво, Ру! Ну, шеф-повар. Блюдо от шеф-повара. Еще народ по кофейку. С утра пораньше. Ой, щось я не там проснулась, де надо, да? З утреннім кофійочком вас. А я, оказывается, спала тут. Вчора, поки дождалась Альону, поки ми розговорились, заговорились, я говорю, то вже поздно, говорю. Пересплю у тебя. Все уже в школе, на работе. А мы с вами безработные. А, еще нет. С Днем Святого Валентина. Безработица у нас с завтрашнего дня начнется. Давайте сразу с утра так вот рубану, отвечу на один комментарий. Только что прочитала. Лиля, чего вы не звертаете увагу на зауваження підписників? Я не знаю, как можно жить по указанию других людей, ребята. Я даже своим детям зауважения не рублю.
Каждый живет своей жизнью. Даже не знала, что так надо. Это как шаг влево, шаг вправо. Не-не-не. Сели ровненько, спинку выровняли. Не сміятися. Бути серйозною людиною. Ні, що-то так. Що-то так у мене розслаблені получше. Не можу я так. Ребята, не обижайтесь. Не можу я так. Если бы я жила по чьей-то... Я бы не жила по чьей-то указке, это раз. И если мне эти указки делают, я просто таких друзей, знаете, сразу стоять. Это не друзья. Зачем кому-то навязывать свое мнение? Не-не-не. Пить я больше не буду. Не-не-не. Конечно, не сердючка, но не. По указке я точно жить не буду. На те времена и вообще не на того напали. Я ж вообще-то овен по жизни. Вы что, ребята, какая указка? Меня даже указкой в школе не били. А пацанам перепадало. Вот бедные пацаны. Так, ладно, то все ерунда. Дома я вам расскажу историю еврея, потому что кто-то не понял, что это был за карнавал, с чем это было связано. И давайте сейчас расскажу. Это начинается с далеких прошлых веков. То ли это легенда, то ли это сказка. Но в каждой легенде есть своя доля правды. Так вот. При вандализме, при захвате всех тех территорий, все эти войны были, продолжались, не буду я вам рассказывать. Вот, но легенда гласит о том, что был один вандал, который, во-первых, он, были у людей очень-очень большие сборы, податки, да, вот. Буквально на все. Люди жили настолько бедно и настолько боялись этого правителя. И он установил закон в ихнем селении Иврея. Иврея находится между Валдаоста и Пьемонте, то есть город, который разделяет как бы две этих территории. И первая брачная ночь должна была проходить с вот этим чудовищем. И этого чудовища страшно боялись не только девушки, которые должны были выходить замуж, а вообще все в всем селении. И вот была дочь мельника, которую звали Виолетта. И у этой Виолетты был жених, забыла, как его звали, но это не важно. И вот в один прекрасный день Виолетта решает выходить замуж, и ей предстоит эта первая брачная ночь. Так вот. Она в свои длинные, красивые косы прячет нож, договаривается со всей местностью, что они начнут восстание. Она проникает в замок, как бы идя на эту первую брачную ночь, и убивает этого вандала, отрезает ему голову. И это было начало вот этого восстания, которое потом превратилось в карнавал, битва апельсинами, то есть битва за свою свободу, проявление своей независимости и не жизни по указке. Вот такая вот легенда. Очень красивая история. Каждый год это очень красивый карнавал. Причем, ребята, апельсины, которые бросаются, закупаются, не закупаются, привозятся с Калабрии, где-то около 300 тонн апельсин. И кто там, для того, чтобы быть в повозке и бросаться этими апельсинами, и получать все тело в синяках, надо заплатить 1000 евро. Для того, чтобы быть Муяя, которая королева, как бы она олицетворит ту девушку, которая убила этого изверга, надо заплатить 60 000 евро. И вот каждый год до последнего дня люди не знают, кто будет этой
королевой бала, а лошади, кстати, лошади обучены, им закрывают глаза, чтобы не поранить им голову, вы видели, как это все нарядно, но они приучены, что никакая бойня апельсин не дает им вздрагивать, они уже просто, ну, это шествие, это карнавал, это бой апельсинами, и вот эти апельсины потом собираются, они несъедобные, они, знаете, вот это, как я ехала в парке, там растут эти апельсины, они просто, ну, горьковатые такие на вкус, потом это все собирается и идет на поля как удобрение. Вот такая вот история города Еврея. А в Еврее живет мама Алёниной подружки. И они ночевали у этой сеньоры. Они за вход, за то, чтобы попасть в город, это сплошная крепость, ты туда блиндата, чита блиндата по-итальянски, ты туда уже не можешь попасть во время праздника, то есть все остановлено, какое-то определенное количество. И они заплатили по 15 евро за то, чтобы на этот праздник попасть и посмотреть издалека. Вот. И еще Алена мне не прислала одно видео, где в больших котлах, надо ее попросить, чтобы прислала, в больших котлах варится фаджулата на следующее утро для тех, кто участвовал в боях. Вот такая вот феста итальянская. Так что думаю, что посвятила вас. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. 2 часа ночи. Фаджулата, как думаете?